скачем в тройке в каменку вдвоем, и ночью обвенчают нас на Варшавскую дорогу. Мы потом свернем за границу на почтовый, повезу ее. Как хороша! Хороша, брат, а не про нас. Подожди-ка, покуда замуж выйдет. Дурак, ты ведь знаешь, я обожаю девочек. У нас право, все это время есть еще молоденьких девочек. Опять разнись, пошел ты к черту. Постой, последний раз я говорю, разве тебе я перечил? Кто тебе устроил все, кто написал любовное послание? Решите мою участь быть любимым вами или умереть. Быть любимым вами, быть любимым. Нашел папа на стрип. Спасибо! Деньги кто достал? Все я. Ну хорошо, увезешь ты ее, а жених пусть откажет. А Пьер толстяк, на пулю его я не раз нарвался. Он в имени освобождает крестьян и больницы заполнит ему не тогда. С тебя папа венчает с Ростовы, ты станешь твоей жонце и подвезут тебя под уголовный суд. Не говори, не говори, война с французами не нынче, завтра. Что тогда? Тогда что? Тогда? Ну, там не знаю. Что такое? Ты посмотри, как бьется. О, какая ножка! Взгляд какой богиня! Балага, Фёдор Ивановичу, вашему сиятельству. Скажи, Балага, любишь ты меня? Я вашего сиятельства не раз такие штуки выделывал, за которые одно слово Сибирь. Балага, сослужи теперь мне службу. Ты на каких сюда приехала? На наших, на свиньях. Ну, слышь, Балага, зарежьте тройку, а чтобы в три часа приехала? Как зарежешь, на чем доедешь? Ты не шути, морду разобью! Я для господ себя не пожалею. Ага, ну садись. Что ж, садись! Я постою! Садись, врёшь! Ты! Мчаться, катать господ. Шкуры я рискую часто, пошел вперед. 500 и 500 и 500 молодых. Кто загнал коней пригожих, не счесть никак. Что дадил силак прохожих, не есть дурак. 3000 штыки.
шепчешь, тут цыгане, цыганочки кутежи. Пей, балага, пей стаканы, вот это жизнь. Десять тысяч сам. Что ж тогда же ехать-то, ваше сиятельство? Да вот сейчас и ехать. Ну, Федя, прощай, спасибо за все. Возьмите стаканы и пиво лага. Слыхал я, как увозят, ведь выскочит и не жива, и не мертва, в чем дома сидела. Чуть замешкаешься, тут и слезы, и папаша, и мамаша. Ты сейчас осёдла и назад, и домой. А ты в шубу принимай сразу и неси скорее в сани.